Жил был в одном городе детский писатель-сказочник. Звали его Юлия Краснова. По утрам чай с бутербродами пила. Потом на работу шла, как все люди. Thank you.
рассказывает свои сказочные истории. А Юле казалось, будто это не кто-то ей сказки рассказывает, а она сама своей головой их придумывает. Одна феечка подлетала к правому уху и начинала сказку. Ее звали правая феечка. А другая подлетала к левому уху и сказку заканчивала. И звали ее правильно, левая феечка. Феечки очень любили своего писателя и говорили, хорошо, что у нас есть Юля, она нам замечательно помогает. Сами-то мы писать не умеем, а детям так нужны новые сказки. Напишу-ка я сказку про поющую... Балерину! Точно, балерину! Про поющую балерину. В столичном городе, в театре оперы и балета, работала очень несчастная балерина. Несчастье ее заключалось в том, что, будучи удивительно талантливой и замечательной, она ни разу не выступила перед публикой. Она посещала все репетиции, танцевала легко и изящно самые сложные па, но и на сцену ее не выпускали, а цветы и овации доставались другим балеринам. Кто же ее не выпускал? Ее не выпускал на сцену директор театра. Директор? А почему он ее не выпускал? А все потому, что она постоянно пела. Она пела во время... Балерина постоянно пела. Она пела во время приготовления обеда. Пела по дороге на репетицию. Пела по дороге с репетицией. Пела во время купания. Но самое главное, она пела на работе. Во время репетиции. Она пела на работе во время каждой репетиции. Она пела, когда танцевала. Директор 1000 раз просил балерину не петь. Пожалуйста, не пойте. Балет – искусство строгое и традиционное, не терпящее никаких таких вольностей. Не буду. Балерина прекрасно его понимала. 1000 раз она обещала ему исправить. Правда, не буду. И 1000 раз она нарушала свое обещание. Пусть бы она хотела пела потихоньку, себе под нос, но ведь своим голосом она заглушает, ну, весь оркестр. Ну что же я могу поделать, если голос у меня такой сильный, чистый, звонкий. Голос? А, голос. Вот я тебя сейчас исключу из труппы балетной и приключу в труппу оперную. Балерина плакала и умоляла не исключать ее из балетной труппы, ведь она жизни своей не мыслит. Не мыслю. В конце концов, директор издал очень строгий приказ. Либо с завтрашнего дня поющая балерина прекращает петь во время танца, либо она будет уволена из театра. И точно. Прочитав этот жестокий приказ, поющая балерина упала в обморок. А когда человек находится в состоянии обморока, с ним могут происходить самые разные чудесные вещи. Вот что произошло с нашей балериной. К ней явилась фея танцев. На сцене танцевала.
тобой случилось? Меня хотят уволить из театра. Почему тебя хотят уволить из театра? Ведь ты так прекрасно танцуешь. Меня хотят уволить за то, что я пою, когда танцую. Зачем же ты поешь, когда танцуешь? Пою, потому что не могу не петь. Это значит, у тебя душа поет. Ну что же мне теперь с этим делать? Не волнуйся, все будет хорошо. Тебе поможет вот это волшебное снадобье. Из цветочной росы ночного дождя с цветочным карамельным ароматом. Фея протянула балерине восхитительный хрустальный флакон, который переливался всеми цветами радуги. Балерина тут же откупорила его, чтобы скорее выпить чудесное средство. Постой, если ты его выпьешь сразу, оно потеряет свою волшебную силу. Оно действует только тогда, когда ты держишь его во рту. Набирай понемногу, и с этого дня, я обещаю, ты будешь выступать на сцене перед публикой. Спасибо вам, добрая фея. Сказала балерина и очнулась. Она разжала кулак и увидела у себя на ладошке маленький хрустальный флакончик. Так значит, фея мне не приснилась? С тех пор жизнь поющей балерины наладилась. Она все так же продолжала петь дома и на улице, но на работе набирала в рот несколько капель из волшебного флакона и танцевала молча. Директор был очень ею доволен и в следующие же выходные выпустил поющую балерину на сцену. Балерина танцевала превосходно. Зал аплодировал. Браво! Браво! Сначала все шло хорошо, но поющая балерина никогда не слышала аплодисментов. И от неожиданности она случайно проглотила волшебное снадобье. И тут она запела. Директор схватился за голову, за сердце и за приказ об увольнении. Но зрителям очень понравилось, что за один билет каждый смог насладиться не только танцем, но и прекрасным пением. Когда спектакль окончился, поющие балерине устроили овации и забросали цветами. На утро следующего дня в газетах появились восторженные заметки о новом виде театрального искусства. Все хвалили балеринов и благодарили директора за такой увлекательный эксперимент. Тогда городские власти построили неподалеку от театра оперы и балета новый театр для поющей балерины. Там занимались только танцующие певцы и поющие танцоры. Они сложили два слова – опера и балет. И у них получилось новое слово – оперетта. Вот так и появился первый в мире театр оперетты. А поющая балерина стала самой знаменитой артисткой оперетты. У нее появилась куча поклонников. Она объездила с гастролями полмира. А на ее гримировочном столике до сих пор лежит радужный флакон. Подарок доброй феи. Подарок доброй феи. Ну, вот. Отличная сказка, по-моему. А не послать ли ее в детский журнал? Они послали ее в детский журнал. Точно, я отправлю ее в детский журнал. И Юля прислала сказки в редакцию. Почему же нет ответа? Сказки очень трудно. Простите, я тут, все в порядке. Как живо, как интересно. Срочно в номер печатать. В детском журнале сказки сразу напечатали, и они понравились всем детям. Попросили Юлю прислать еще сказку. Уважаемая Юлия Краснова, присылайте нам еще свои сказочные истории, а мы будем присылать вам ваши сказочные гонорары. Чего? Ну, гонорары – это такая зарплата у писателей называется. Поняла. Юля прислала еще сказки. Про то, почему нужно отдавать молочные зубы мышке. Про то, как
как одна молодая принцесса полюбила гнома и про самого умного козла. Интересно, очень интересно. Шикарное интервью получилось. А прочтите нам какую-нибудь сказку.
Хорошо, я вам прочту одну из раннего. Это происходило в одном сказочном королевстве. Так давно, что вас еще не было на свете. Жил в королевстве король, и звали его Эдуард 54-й. Вместе с королем жила королева Елизавета 31-я и их дочь Ксения. Король был очень образован и также хотел, чтобы его дочь тоже стала умной и воспитанной. Хорошо было Петру Великому, Наполеону или нашему Эдуарду Великому, основателю нашего королевства. Они все были первые. А попробуй сделать что-то историческое, когда ты 54-й. Не расстраивайтесь, Ваше Величество. Наступит день, когда и вы сделаете какое-нибудь открытие. Жизнь у короля была очень беспокойная. Страна маленькая, а хлопот очень много. Ни сна, ни отдыха у короля не было. Несколько раз у него со звоном лопалось терпение, и он требовал, чтобы его отпустили на пенсию. Вы слышите? Я требую. Отпустите меня на пенсию. Вы что, Ваше Величество? Принцесса еще так мала, вас просто некем заменить. Как только она закончит школу и выйдет замуж, вы сразу же сможете уйти на заслуженный отдых. Возвращается домой с учебы. Но что-то сегодня она не очень веселая. Ну что ж, Ваше Высочество, как ваши дела? Ну, папа, понимаешь, я не специально. Что не специально? Ты опять двойку получила? Да. Ну, мы просто с ребятами решили пошутить над нашим учителем. Он такой красивый.
В главной столичной школе уроки длились по 45 минут. На них ребята получали знания по географии, математике, истории, литературе. Но больше всего ребята любили перемены, потому что на них происходили самые невероятные события. Итак, посмотрим, что же случилось сегодня. Значит, это ты мне подложила? Нет, я это ей хотела подложить. Ты что, рехнулась? Да кто тебя только воспитывал? Сразу видно, что ваши семьи из пастухов, а ваши были из крокодилов. Что? Это наш древнейший род с крокодилов? Да ты просто заведуешь. Тут-то все и началось. Не вник на стол, поведение 2, и без родителей в школу не возвращаться. Подходящий момент. Папа-король был легок на помине. Он оказался рядом с принцессой. Ну что, как дела? Мне бы дневничок посмотреть. Ну, пап, ну там совсем ничего нового. Мы все-таки хотели бы посмотреть. Ну, сейчас начнется. Что? Что? Это я тебя спрашиваю, что это такое? Ну-ка, быстро читай, что здесь написано. Устроила безобразную драку на перемене, подложила учителю истории кнопку на стул, просьба родителей зайти в школу. Пап, ну ведь это ж не я! Молчать! Молчать! С этого дня никаких игр и развлечений, будешь сидеть дома. Ну, пап! Никаких пап!
4-й отправился на встречу с классным руководителем. Из разговора он понял, что его дочь совсем не хочет учиться, не выполняет домашние задания, на уроках совсем ничего не делает. А что до поведения, так что же она еще мала, и иногда ей хочется немножко пошалить. Возвращался домой его королевское величество в удрученном состоянии. Ну что, скучаешь? Угу. Я вообще не понимаю, для чего мне учиться. Не скучай. Тебе пора узнать, почему мы так обеспокоены твоей учебой. Древнее пророчество гласит, что благодаря тебе нашему королевству грозит серьезная опасность. Ты, 10-я принцесса нашего королевства, благодаря тебе... Ты, 10-я принцесса нашего королевства. Ты должна спасти наше королевство, или нам грозит серьезная опасность. Да, спасти наше королевство должен 10-й наследник престола. Хм, а что еще сказано в этом вашем пророчестве? В пророчестве сказано, что появится чудовище и уничтожит наше королевство, если не найдется тот, кто победит его своим умом. Мы не знаем, когда это произойдет, и стремимся подготовить тебя к этому. Ну, стойте. Подождите. Так ведь это же я, 10-я наследница! Прошло немало времени, и принцесса Ксения стала учиться на отлично. Она изучила язык великанов, астрологические таблицы, алхимические тексты, жизнь священных пауков и еще многое то, чего не знали обычные люди. И вот однажды в одно злочастное утро все королевство переполошилось. Над городом, к королевскому дворцу, летел громадный дракон. Он уселся в дворцовом саду и неожиданно сказал человеческим голосом. «Я хочу видеть принцессу!» Принцесса набралась храбрости и вышла в сад. «Я слышала, что ты получила столичное образование!» «Да, получила, но я на самом деле не знаю ответов на многие-многие вопросы. Может, ты знаешь? Я знаю ответы на многие вопросы. А что ты хочешь узнать? Ну, например, скучает ли кошка, если она не знает, что такое скука? Ну и почему у тебя две головы вместо трех? Похоже, тебе самой хорошо известно, что такое скука. Это да, скучаю я очень часто. А мои родители даже не знают, о чем со мной поговорить. А принцип... Ох уж эти принцы. Вот мне сказали, что я должна спасти королевство. Но я думала, что если ты меня съешь, то... Фу, я не ем людей. А вот избавить тебя от скуки мам? Как? Но при одном условии. Каком? Если ты мне скажешь, зачем вообще жить? Мне? Тебе, мне, да кому угодно. Я прилечу сюда через 3 дня. Подумай или спроси у кого-нибудь, если хочешь. Зачем жить? И принцесса отправилась на поиски ответа на вопрос дракона. Смысл жить? Зачем? Что за вопрос? Зачем о нем думать? Жить. Если то... Смысл? Папа, вот скажи, пожалуйста, в чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы управлять государством и остаться мудрым правителем истории. А что же делать тем, кому не нужно управлять этим государством? А ты что скажешь, мамочка? В том, чтобы быть достойной своего королевского звания, ну и помогать королю. Королю? Еще только больше непонятнее стало. Управлять королевством, помогать королю. Нынче странные вопросы задают драконы. И в чем смысл? Встретила принцесса своего учителя истории. Мой мудрейший учитель, скажи, пожалуйста, в чем смысл нашей жизни?
Смысл твоей жизни в том, чтобы все знать. Я удивляюсь, как ты не поняла этого раньше. А знать что зачем? Чтобы все знать! Ну, допустим. Я ж не хочу все знать. Смысл жизни в том, чтобы совершать великие подвиги во имя Родины и дослужиться до генерала. Я генерал? Еще смешнее. А для меня смысл жизни в том, чтобы растить чудесные цветы, чтобы люди приходили в мой сад и смотрели на них, любовались, вдыхали мой аромат и хвалили меня. Цветы? Смысл жизни цвета? Много еще ответов услышала Ксения, но ни один из них не показался ей достойным того, чтобы идти с ним к дракону. Я ничего не поняла. Вот что же я скажу дракону на такой вопрос? Какой он все-таки сложный! Грустная и уставшая пришла Ксения к дракону вечером третьего дня. Ну как? Узнала? Я услышала столько много разных версий. Так много! Но я ничего не поняла! Я не думала, что это настолько сложный вопрос! На этот вопрос каждый должен ответить сам. Чужие ответы не подходят. Но мне-то как быть? В чем начнется смысл моей жизни? Смысл твоей жизни в том, чтобы управлять королевством так, чтобы все люди жили в мире и счастье. Я, кажется, поняла. Дракон, а может, станешь моим учителем? Поможешь мне во многих вопросах? Пойдем. Так принцесса поняла, в чем смысл жизни, и стала учиться у мудрого дракона. Браво, Юля! Великолепно! А можно вас сфотографировать с книгой? Конечно, можно. Так хорошо? Превосходно! А в полный рост? Пожалуйста. Великолепно! Большое вам спасибо. И вам.
редакцию нужны новые сказки. Обращаться, конечно же, к Юле Красной. Нет проблем. Нужна, значит, будет. Думала, ничего в голову не приходит. В итоге взяла, написала кое-как что-то и отправила в редакцию. В редакции очень удивились, когда получили сказку «Кот в полукедах». Подождите, но это ведь то же самое, только вместо полукедов сапоги. Нет, нам это не нужно. Отправляем обратно. Ладно, пришлю еще что-нибудь. Принцессу на кокосе? Фиолетовую шапочку? Нет, нам это не подходит. Все. Отослали обратно сказки. Как так? А у феечек тоже неприятности. Никак не могут подходящего писателя найти. Один все время трубку курит, так что дышать нечем. Другой да левое ухо не слышит, тоже плохо. А третий вообще детские сказки не любит. Заплакали феечки и полетели обратно домой. Посмотреть, как там Юля Краснова? Сели они на форточку и стали прислушиваться. Слышат, и здесь кто-то плачет и приговаривает. Ах, какая же я балда! Загордилась, заважничала. Скружил мне голову первый успех, а я и не заметила, как мои музы от меня улетели. Музы! Музы! Где вы? Да она нас зовет. Бедненькая, жалко ее. Давай ее прости. Мы ведь с тобой очень добрые феечки. Хоть бы какую-нибудь сказочку. Хоть бы какой-нибудь. Откуда берутся сказки? Откуда берутся сказки? Откуда берутся сказки? Откуда берутся сказки? Жил был в одном городе детский писатель-сказочник. Жил был в одном городе детский писатель-сказочник. Звали его Юля Краснова. И звали его Юля Краснова. По утрам чай с бутербродами пила, потом на работу шла, как все люди. Иногда для нас трудно сделать шаг, иногда идет все вокруг не так. Значит, ты забыл, что над головой светит солнце свет, светит нам с тобой. А значит, этот мир светлый и родной, и нем тепло, и восстань наш головой. Лишь одна нас собрала с тобой. Она с небес на всех дана, а ты не закрывай.
Ксения Сидоровская, Инна Цветкова, Ольга. До новых встреч!